Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Карлик в свитере. Ты что застыла? Опс! Ух ты, чувствую себя док-хантером. Ух, мне повезло. Это были бешеные собаки-зомби. Интересно, где их бешеные хозяева-зомби? Не знаю, наверное, они уже загрызены своими питомцами. Наверное, потому что я сам не знаю. Хрен его знает. Дело мутное. А почти как настоящая церковь. Только она такая же, скажем так, фиктивная, как церковь в самой первой серии аниме Хеллсинг. Вот тоже там вроде бы все есть, да вот чего-то не хватает. Ну, вы, наверное, не смотрели Хеллсинг. Возможно, вы даже не смотрели Ова. Я тоже не смотрел Ова. Так что вы, наверное, даже не поняли, о чем идет речь. Ну, а те, кто понял, я рад за вас. Чего-то мне это напоминает. Индиана Джонс? Фак! Лоханулся. Ладно, орешек знания тверд, но мы не привыкли отступать. Хопа! Я круто. Зажигалка. Покруче, чем Зиппо. Но гораздо опаснее. Все. Замечательно. Отлично. А тебе прощай раздолбайство и здравствуй головная боль, дочь президента. Перенервничала девочка. It's Leon. I've succeeded in extricating my subject. Good work, Leon. I'll send a chopper over right away. Where's the extraction point? There's another trail that you can take to get out of the village. The chopper will pick you up beyond there. Got it. I'm on my way. Но я не думаю, что все будет так безоблачно. Не исключено, что вертолет собьют или еще что-нибудь сделают. Потому что в таком случае это была бы очень короткая игра, если бы за мной прилетел вертолет. Ну, наверное. Или это была бы демо-версия. Или вообще бета-версия. Если не альфа-версия. Ладно, что-то меня уже переклинило слегка. Отлично, крафтим. Эх, такой удобный момент, но я не буду его опошлять. Think they can police the world forever. So, we kidnap the president's daughter
in order to give her our power, and then send her back. No. Leon, I think they shot something in my neck. What did you do to her? We just planted her a little gift. Oh, there's going to be one hell of a party when she returns home to her loving father. But before that, I thought I might bargain with the president for some donation. Believe it or not, it takes quite a lot of money to keep this church up and running. Faith and money will lead you nowhere, Sadler. Oh, I believe I forgot to tell you that we gave you the same gift. I was unconscious. Oh, I truly hope you like our small but special contributions. When the eggs hatch, you will become my puppets. Involuntarily, you'll do as I say. I'll have total control over your mind. Don't you think this is a revolutionary way to promulgate one's faith? Sounds more like an alien invasion if you ask me. You okay? Leon, what's gonna happen to us? Don't worry. We got into this mess, we can get out of it. Несправедливо! Почему ей вкололи этого паразита в хорошо оборудованной лаборатории, а мне, блин, в каком-то грязном сарае? Девушки, что с ним взять? А, красный ганжубас. Блин, у меня уже весь инвентарь под завязку забит. Особенно этими гранатами. О, круто, да я смог взломать замок. Или может просто открыть его? Охренеть, кумовья пришли. Скорее уж паства. Та подстава. Давай, подходи ближе. Вот так было нечестно. А ну-ка, лежи на земле, быдло. Ха-ха-ха. Да, я крут, я невероятно крут. Да. Я маленький тщеславный ублюдок. Ха-ха-ха. А кто еще, а? Кто еще? Я хочу пострелять. Бля. Это уже чистое издевательство. У меня уже 30 патронов к винтовке, нахрена мне столько лишних патронов? Как-то уж слишком странно это звучит, лишние патроны. Хотя это игра, что еще можно ожидать от игры? Здесь патроны вполне могут быть лишними. А с излишками что нужно делать? Правильно, их нужно продавать. Добрый день, Новиков. Скорее уж, добрый вечер. Так, ладно. Значит, для винтовки продаем 4 патрона. Продаем шпинель. А, для пистолета продаем 8 патронов. И продаем этот гребаный пистолет, который меня уже задолбал. Ха-ха-ха-ха. О, да, у меня есть Маузер.
А вот емкость я, ладно, увеличу, но только до 10 патронов. Все-таки как я люблю этот пистолет. Великолепное оружие. Так, ну ладно, вроде бы на этом все. О, да. Я прям как Котовский, а то еще круче. Ладно, на этом я заканчиваю очередной свой эпизод. С вами был Карлик в Сидре. Всего хорошего.